Иногда на камеру могут попасть такие моменты с животными, в которые просто трудно поверить. Или же такие, которые в очередной раз доказывают, что животное намного умнее, чем мы думаем. Мы начинаем, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Признайтесь, вы же тоже танцуете, когда вас никто не видит. И этот сфинкс просто прирожденный танцор. Вечно можно смотреть на три вещи. Третье – это то, как парень заботливо оставил зонтик, чтобы этот уличный кот не промок. А что может быть милее этого? Не знаю, парни, как вы узнали, но именно сегодня мой день рождения. Ну а если серьезно, вы знали, что аллигаторы едят торты? Только посмотрите на эту рыбу. Кто-нибудь знает, как она называется? Напишите в комментариях. А этот пес обожает быстрые поездки. Интересно было бы увидеть лица проезжающих мимо водителей. Парень просто решил напоить змею из стакана. Когда уроки кунг-фу не прошли бесследно, посмотрите, с какой легкостью он открыл замок. А этот слон просто хочет познакомиться. Как совместить приятное с полезным? Спросите у этого кота, когда очень хочешь есть, но тебе лень. Вам это ничего не напоминает? Надеюсь, в следующий раз хозяева этого попугая не оставят его рядом с включенной стиральной машиной. Вот ваши догадки, что здесь происходит? Пишите в комментариях. У некоторых телевизоров может быть настолько реалистичное изображение, что просто невозможно отличить от реальности. Небольшой лайфхак для всех владельцев автомобилей, как увеличить мощность авто на плюс одну лошадиную силу. Эй, а что это у тебя такое? Что-то вкусное? Представьте, как обидно владельцу этого ноутбука. А этот кот решил напасть на медведя. Вы когда-нибудь видели, чтобы медведи так быстро залезали на дерево? Этот пес просто незаменимый помощник на кухне. Если вы когда-нибудь захотите покормить крокодила, просто вспомните об этом видео. Если ваша вечеринка не похожа на эту, этот пес точно ходил на профессиональные курсы массажа. А
этот уличный кот заметил в машине голубя. Бобер берет от этой жизни все, что можно. Наверное, этот кенгуру остался без подарка и так сильно хотел велосипед, что решил подраться за него с прохожим. Другого объяснения у нас нет. А вы знали, что если поставить лайк этому видео, этот кот начинает танцевать? Давайте проверим. Жирафу настолько не понравилась футболка этого парня, что он просто решил ее снять. А разработчики этого приложения явно не любят голубей. О, эти медведи решили попрощаться с туристами. А этот умный олень в течение года навещал женщину, которая его подкармливала. Фотографу Миртину Ламейну удалось поймать необычный кадр. Вы когда-нибудь видели нечто подобное? Эта белка очень любит бананы. А этот кот умеет плавать. Парень хотел отвлечь быка, но что-то пошло не так. Даже ворона выбрасывает мусор. Вон бы еще некоторые люди научились так делать. Что, думаете, это один раз, да? А вот еще пример. Какой момент понравился вам больше всего? Пишите в комментариях. И подписывайтесь на канал. Впереди еще столько всего интересного.